Всем привет! У нас наступил июль, а это значит, пришла жара. Да, у нас очень жарко, до 38 пишут прогноз, хотя в сети появляются уже много фотографий, где 44 градуса и до 50. В общем, очень даже жарко. В квартире тоже у нас также жарко, хотя у нас и восточная сторона, солнце у нас только до 10, а то и до 11, и все. Но очень-очень даже душно. И мы решили заняться тем вопросом, что нам необходимо как-то охлаждать нашу квартиру. К сожалению, пока на спецсистему у нас денежек нет, так как благодаря коронавирусу мы остались без работы, пока ее найти не так-то уж и просто. Поэтому мы решили выбрать более бюджетный вариант, рассматривали кондиционеры напольные, которые не требуют установку, либо вентилятор. Остановились мы на вентиляторе. Купили мы его в магазине Эльдорадо. Что мне понравилось у этого вентилятора, то что у него устойчивое основание, такой вот круглый блинчик, который не заденешь ногой, не зацепишься мизинчиком. И в принципе, ну он смотрится лаконично, аккуратненький такой. Кстати, у него самое главное есть пульт, и не нужно будет вставать с кровати и бежать переключать. Сейчас мы вам покажем небольшую распаковку, также сборку, может кому-то пригодится, может кто-то не знает, как собирать вентиляторы, и также его в работе.
Вентилятор имеет несколько режимов обдува. Это стандартный обдув, естественный ветер и ночной ветер. Также можно менять скорость лопастей. Переключать режимы, скорость и движение вентилятора можно также при помощи пульта, который идет в комплекте. Пока таким способом мы спасаемся от жары. А как от жары спасаетесь вы? Спасибо за просмотр!